Приветствую всех обитателей интернета, и сегодня будет информативное видео. В нем будет не так много монтажа, как обычно, да и скажу вам честно, это видео информативное, поэтому здесь не так должно быть. В этом видео надо слушать и запоминать. Также в этом видео будут небольшие спойлеры к следующим видео. И, конечно же, самый главный вопрос. Куда я пропадал на целый месяц? Это уже, наверное, будет традиция на этом канале делать какие-то видео, про которых я что-то говорю, про себя и про то, что у меня вообще происходит и почему видео так долго нет. И скорее всего, это ключевое событие этого канала. Вы, наверное, спросите меня, а чё ты не напишешь об этом в сообществе? Ну, тут такое дело, что не все его читают, это во-первых. Во-вторых, я могу высказать огромное количество букв, которые я могу написать в сообществе. И многие просто устанут это читать, когда увидят перед своими глазами такую тонну текста. И это многим не нравится. Итак, давайте перейдем к более вкусной теме. Почему же я пропал на целый месяц? Итак, самая главная причина — это экзамены. Я их сдал, и теперь я могу себя называть не школьником. Вот. И теперь мне придется узнать и ощутить на своей шкуре колледж монстров. И это одна из причин, по которой я не пускал видео уже месяц. Вторая же причина заключается в том, что время слишком быстро пролетело. И я просто не мог поверить своим глазам, что вот вчера вышло новое видео, а уже сегодня, с момента этого видео, уже прошел месяц. Хех, как так, уже половина июня прошла, а я до сих пор ничего не выложил. Ну, кстати, так было и в прошлом году, так что, возможно, это снова ключевое событие. Ну и третья причина — это я сам. Да, я поменялся и за этот отпуск, если его так можно назвать. Я стал жить, я смог отдохнуть, позаниматься своими делами и хорошо провести время со своими кентами. В общем, было весело, но от этого веселья я все равно не забывал про свое детище. И я как Человек-паук надеваю маску и живу другой жизнью чувака, который сидит за компом и делает видео целыми днями. Ну и перерывы никто не исключал, конечно же. Итак, небольшой спойлер на следующее видео. Если что, вы его не увидите, потому что этот спойлер, к сожалению, не будет реализован. Ну или будет, но уже не скоро. Потому что произошли технические неполадки, к огромному сожалению. И проблема заключается в том, что данный моб не такой большой, как я задумал изначально, это во-первых. Во-вторых, проблема заключается в текстуре. Из-за того, что мы с коллегой делали эту текстуру из других текстур, она может залагать, и это довольно будет стрёмно, если вдруг что-то пойдет не по плану. И так что этот проблема была в модели и в моем мозгу, потому что я выбрал неправильную дверь, и я сделал модель по старинке, а именно просто сделал модель. Не учел то, куда она будет сохраняться, да и в принципе не то, что сохранение, а тип этой модели. Надо было поставить Optifine Parts, ну или какой-то из этих двух оптифайнов. Я просто особо не разбираюсь в текстурпаках, а мой коллега в этом шарит, и он знает, какой оптифайн нужен. И в общем, я даже не знал, что это значит. Ну и в общем, все пошло не так, как нужно. Опять. Благодаря этому оптифайну, это чудище, можно было бы добавить текстурпак, что гораздо легче, чем добавлять это существо в мод. Он, кстати, тут не доделан, и он должен был быть в конце пятой части плюсов игр бога более стрёмным, и должен был сыграть в роль в конце пятой части. Но, к сожалению, этого не будет, и я это решил просто вырезать. Но никто не исключал то, что произойдет после выреза. Игровой канал, который будет экспериментом. И просто тем каналом, где я буду... О, господи, что это было? Надеюсь, вы этого не слышали. В общем, этот канал будет экспериментом, где я буду выкладывать разные обзоры на игры или просто делать летсплеи, как в старые добрые времена. Можно сказать, что это зрелище будет возвращением в 2013 или 2015 год. Монтаж будет, конечно же, но не в таких огромных количествах.
Но на этом канале будет одно простое и в то же время для кого-то неприятное правило. На нем не будет кубов. Потому что у меня уже есть отдельный канал, который существует почти 4 года. И он полностью состоит из кубиков. И, скорее всего, на день рождения канала я запишу видео и, возможно, сделаю стрим. Но это не точно. Ну, а у меня на этом все. Всем удачи. И помните, что я никогда не уйду с Ютуба. Наверное.